Всем привет! 10-я серия турецкого сериала «Если сильно полюбишь» выйдет 7 сентября. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы ждете новые эпизоды, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Когда Атеш сделал предложение руки и сердца, Лейла была на седьмом небе от счастья. А когда он надевал ей на палец кольцо, то Лейла не обратила внимания на взгляд и выражение лица Атеша. По нему не было видно радости и счастья, а скорее наоборот – тревогу и опасения. Это говорит о том, что Атеш все-таки узнал правду про Лейлу и решил ее испытать, чтобы понять, насколько далеко она может зайти. Атеш будет ждать, когда Лейла сама ему обо всем расскажет и признается в своей лжи. Но если она этого не сделает, то сильно пожалеет. Лейла впервые в жизни по-настоящему полюбила, и она словно летает в облаках, даже не задумываясь над тем, что происходит вокруг. Лейла не знает, какой кошмар ожидает ее впереди. А Атеш больше не позволит Лейле себя обмануть. Как вы считаете, Лейла расскажет всю правду Атешу или нет? Напишите свое мнение в комментариях. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.